Так, Нелли, меня научила принимать себя любую, высокомерной, эгоистичной, не глушить агрессию, проживать все чувства, даже самые плохие, больше не глушу свое сознание мыслями, стыдно жить, типа, спасибо тебе. Да, смотрите, когда вы принимаете высокомерность, не нужно ее использовать так, как вы понимаете эту высокомерность, и быть высокомерной, потому что если вы высокомерны, ну, то вы сами себя же говнишком и закидаете, и вас закидают. Вы просто должны понять, что такое высокомерие и как его использовать на пользу, рассмотреть его с другой стороны. Не надо вам быть высокомерной, не надо быть эгоистичной, не надо выплескивать агрессию на людей. Потому что если вы выплескиваете агрессию, то вы ее получите в 100 раз больше в обратку. Не от этих людей, а от мира вообще в целом. То есть куда бумеранг кинули, там он и возвращается к вам. Просто вы должны научиться видеть во всем совершенно с другого ракурса. То есть, все, я решила стать агрессивной, я принимаю, я агрессивная, начать агрессировать на других. Вообще это не выход. Нужно понять, что такое агрессия, да, и как ее использовать так, чтобы последний пост у меня про агрессию, что вы ее будете выплескивать, вы будете видеть этот сигнал в своем теле, но вам не нужно будет эту агрессию показывать другим людям. Она не для этого нужна нам агрессия. Агрессия — это тот потенциал желаний, такой, знаете, скомканный в камень, внутрь засунутый потенциал, та энергия, которую мы не выплеснули. Мы всегда испытываем агрессию, раздражение, раздражаем себя. Когда в нас уже накопилось столько энергии, просто нереализованы на наши желания, что мы уже не знаем, что делать, нас просто колбасит, и любой, кто встречается на пути, там камень, дождик, на все выливается эта агрессия. Но надо не на это выливать агрессию, а поменять фокус внимания, спросить себя, да, на внутрь посмотреть, вовнутрь. А какие желания я себе задолжала, что моя агрессия уже вот так вот внутрь вся, как это сказать, утрамбовалась в моей голове, в моем теле, что она уже, я комок просто нервов. Это нереализованная наша энергия. Как только мы что-то пожелали, в течение дня у нас миллионы желаний. Реализовалось ровно столько энергии, сколько нужно на исполнение этого желания в физический мир. Но мы погасили это желание сразу же чем-то. Ну, я сейчас не могу, потом, все, потом. Неважно, какие отговорки вы там придумываете, потом. Не живете здесь сейчас. Вот я хочу сейчас писать, я иду писать. Я хочу кушать, я кушаю. Я хочу там рисовать, я сажусь рисовать. Никто же так не живет. Ну да, какие-то там потребности типа еды и туалета вы уже запомнили, как их исполнять без отговорок. Но все остальное нет, у вас все потом. Ой, надо сначала работу доделать, потом я буду петь. Или потом прогуляюсь, или еще что-то. У вас заглушаются все импульсы и сигналы мыслями мгновенно. И вот эта вот энергия, которая была реализована для этих желаний, она внутри сидит и никуда не девается. И вот так накапливается агрессия. Агрессия — это не то, что он не так, козел, сделал, там не то сказал, не принес мне подарки или еще что-то. Это просто пришел агрессор извне, как в зеркало, да, и пытается вам помочь выплеснуть то, что вы внутри себя утрамбовываете. Мужчина, например, да, пришел пьяный, у вас агрессия. Вопрос, да, что это за желания мои такие нереализованные, что она уже вот через этого человека, что мне пришлось создать человека, пьянство ему создать, чтобы он пришел и меня раздражил. Вот здесь надо вопросы себе задавать. А где я не реализовываюсь, да? Если он пьяный, то это понятное дело, он заглушает что-то искусственной радостью. То есть он уходит в какой-то виртуальный мир, когда пьет, уходит от проблем, уходит от чего-то. Это мои реализованные желания. Нереализованные желания, когда я ухожу сама от себя, когда я ищу искусственную радость, когда я заменяю. То есть алкоголь — это суррогат того, как мы должны быть по-настоящему свободны. Когда люди пьют, они какие? Свободные, они раскрепощенные, могут говорить, что хотят, им ничего не страшно, они такие вот такие. Вот мы эти желания, которые пьяный человек пришел к нам,
показать, подавили. Понимаете? То есть на мир все время сигналит, что мы в себе давим. Нелли, как научиться слышать себя? Задаем вопросы всегда, что я сейчас хочу, что я сейчас чувствую, а какие выгоды вы этим. Видите, причинно-следственные связи. Машина сломалась, это что значит? Ассоциативно. Машина – это усилитель скорости моей. Машина из точки А передвигается в точку Б. Машина – это движение. Машина – это перемена. Если она сломалась, значит, во мне сломались перемена, движение. Я не хочу меняться, вот, идти из одной точки А в точку Б. Я себя торможу. Машина – просто реализация наших мыслей, наших чувств, когда мы себя тормозим, она раз, и вовне нам это показало, чтобы мы себя увидели. Ну, например, собака лапку повредила. Собака – это наше внутреннее животное, наши инстинкты животные. Лапка – это способ передвижения. То есть мы не двигаемся в сторону наших инстинктов. Мы хотим, но не закрываем свои потребности. Даже вот на уровне инстинктов, не то, что там какие-то желания, которые, в принципе, можно исполнять, а можно не исполнять. А инстинкты, их обязательно нужно исполнять. Мы даже их не хотим исполнять и двигаться в них. То есть нам мир в каждую секунду показывает все ответы, причину того, что в нашей голове. И когда мы себя изучаем таким образом, да, это и есть внимание к себе, любовь к себе, расширение, познание и так далее. А на самом деле мы вообще живем не почему. Просто мы должны жить, наслаждаясь процессом, потому что жизнь — это процесс, не конечная цель, и у нее нет смысла даже существования, представляете? А мы все время ищем во всем смыслы какие-то, куда-то нам нужно двигаться, что-то делать обязательно. Нелли возобновила эфиры. Стараюсь. У меня так с соседками по общаге. Я их создала, чтобы не жить прежней жизнью, чтобы двигаться дальше, чтобы мне не хотелось сидеть в общаге, а хотелось выходить и что-то делать. Вот. Соседки тебя выгоняют из дома. Видите, как круто. Когда ты это осознаешь, они потом тебя и раздражать перестанут, и бесить, и куда-то они денутся, когда ты этот опыт пройдешь, и получается... Доверишься этому, да, что ты создала этих Микки Маусов в виде соседок, которые себя как-то не так ведут, в их обществе ты сливаешься, и они тебя побуждают выходить постоянно куда-то, не сидеть там дома, потому что у тебя есть желание куда-то ходить, что-то делать. И когда ты научишься это делать без мотивации соседок, соседки уйдут с твоей жизни, такие. Они либо сами поменяются, либо какие-то другие соседки придут, либо у тебя вообще этих соседок не будет. Но весь смысл, что каждый человек нам приходит в чем-то помочь, помочь в наших желаниях. И все люди — это ресурсы, и они исполняют наши желания. И надо людей только благодарить. Как мы можем вообще винить наших Микки Маусов, да, которые пришли нам помочь? Вы просто этого не видите, у вас, ну, как шторки у всех закрыты. Мы привыкли, что... Мы жертвы обстоятельств, что на нас ничего не влияет, что мы не творцы, и то, что наш выбор типа ничего не определяет. Но если ничего от нас не зависит, наш выбор не определяет, что же вы тогда мучитесь, что выбрать? Ну, от вашего выбора зависит последствия. Тогда расслабьтесь, если вы жертвы обстоятельств. А если нет, то вы должны наблюдать, что мир — это проекция вашего сознания, и что каждый пришел, чтобы его поблагодарили за ту роль, которую он для вас сыграл. Если вы начнете жить в благодарности и постоянно каждого благодарить, вот всех, и все, и каждое событие, и чуть ли не там, я не знаю, тапки, в которых вы ходите, юзаете их каждый день. Вот. Ну как можно быть неблагодарным тапком? Вот скажите, пожалуйста, я каждое утро встаю, вот, подруга ржет. Одеваете тапки, у меня тапки эти, сейчас вам покажу, мои любимые кроксы. Я на них смотрю, я сегодня буквально их благодарила, когда с душа вышла, думаю, боже, какие они классные. Я их купила на Бали, им уже лет, так, не знаю, 4. Я в них и на пляж хожу, и на улице, и дома. Я так благодарна за эти тапки, боже мой. Ну, если бы не было людей, которые изобрели бы эти кроксы, резину бы, там, оборудование для них, магазины бы не построили,
то у меня не было бы этих тапок. То есть представляете, сколько там тысячу людей, наверное, участвовали в процессе этих тапок. Ну как же не благодарить людей? А мы все время живем в обидах, все что-то не так, все петрушки. Если вы так относитесь к своему миру, это значит, вы так к себе относитесь. Если вы людей не цените вокруг себя, значит, это вы себя не цените. И вот это я к тому все возвращаюсь. Как ценить себя, как любить себя. Начните ценить и благодарить весь мир, и тогда, ну, априори, вы будете себя и любить, и ценить, а не обесценивать. Поэтому вот моя рекомендация. Осознавайте, сколько много люди для вас делают. Ну, практически все. Без каждого человека на этой планете я бы жила бы в пещере какой-то. И у меня бы ничего не было. Я бы ничего не покупала, не продавала, не ела, там не было бы одежды, вообще бы ничего не было. Представьте, если бы кто-то бы не потрудился себя как-то проявить и создать в этом мире что-то. Своей работой, своими вдохновениями, мыслями, действиями. Вот. И если я буду благодарить весь мир даже за эти тапки, я вспомнила, у меня сегодня на курсе телепатии день благодарности. И каждому дала задание написать 500 тысяч благодарностей за сегодняшний день. Прям в тему задания. Так, а чего я хотела про него сказать? Подождите, дайте мне передохнуть, секундочки, три. Так, я написала благодарности, задание, и к чему я это хотела сказать. Мысли улетели, улетучились. А, я привела такой пример. Когда я осознанно что-то, кого-то благодарю, я представляю, что эта благодарность возвращается ко мне в виде 100 рублей. Эта техника у меня давно, и оно действительно вот так. Когда я вспоминаю про благодарность, я всегда получаю деньги. Ну, мой фокус внимания просто на деньгах. Вы можете фокус внимания направлять куда угодно. Но если вы благодарите, не просто вот слово произнесли «благодарю», а понимаете, что ничего себе, у меня есть тапки, а могло бы и не быть, то плюс 100 рублей. Например, у меня книгу купят, либо просто донат пришлют на конфетки, либо кто-то на ужин сводит, либо подарочек какой-то будет. Вот, у меня всегда приходят деньги с моей благодарностью. Ну, искренне, конечно, если я понимаю причину следствия. Ну или правда, что если затыки с деньгами, это обида на родителей? Нет. Это может быть что угодно. Шаблонов миллион. У меня затыки с деньгами, я не хочу иметь деньги. Первое, ну, блин, для Творца деньги не нужны, он исполняет желания без денег. Для любых желаний деньги не нужны. Если вы хотите желания, ваш фокус внимания на желаниях, то деньги придут, либо придет желание каким-то другим способом. Вам подарят, отдадут, вы найдете, как угодно. Если вы не циклитесь на деньгах, деньги — это просто промежуточный инструмент между вами и вашим желанием. Но ваше желание же не обязательно через деньги должно происходить. Вы пытаетесь этими деньгами закрыть потребность страха завтрашнего дня, потому что вы боитесь жить, у вас страх жизни. У вас не страх смерти, потому что вы в нем каждый день варитесь, у вас страх жизни, вам страшно иметь новые перемены. Деньги равно перемена. Прочитайте книжку «Деньги». У меня есть книжка «Деньги». Для чего Богу деньги? И посмотрите сериал «Деньги», про деньги. У меня вообще много эфиров про деньги, но это явно не с родителями связано. Есть какие-то модели поведения, шаблоны от родителей, и... но это маленькая часть. Деньги — это перемены. Вы боитесь идти и действовать, идти в новое, в перемены. Если вы погрязли в комфорте, и у вас одно и то же все время, то у вас не будет денег. Так, плюс еще есть шаблоны, что страшно иметь большие деньги. А вдруг украдут, а вдруг будут занимать. А вообще мне стыдно идти там с сумочкой за 1 000 000 рублей, если вокруг одни там нищие, голодные. Шаблонов много. Каждая мысль не дает вам идти в перемены. Каждая мысль не дает вам денег. То есть разбирайте. Книга «Деньги» и сериал про деньги. А еще у меня был курс
про деньги курс. И сейчас я книжку номер 2 делаю про деньги. Хочу туда вписать 200-300 шаблонов денежных, рассоздать. Вот, я эту книжку сейчас готовлю, скоро выйдет. И повторить хочу курс про деньги для того, чтобы вы трансформировали шаблоны. А еще, кто хочет разобраться с любым своим вопросом, например, денежным, или болезнью, или мужа нет, или там родить не можете, или замуж хотите, или встретить молодого человека хотите, да? Или там наладить отношения с мамой, там, или открыть бизнес, или найти хорошую работу, или еще чего-то, неважно. У меня есть курс решения. Вы приходите со своим запросом, и мы 8 дней работаем с вами тет-а-тет. Мы решаем в группе, но тет-а-тет, то есть я работаю с каждым. Мы пишем все выгоды, почему ваше желание не исполняется вместе со мной. Мы пишем причины, почему ваше желание не исполняется. Мы пишем все страхи, почему ваше желание не исполняется. Что мешает вашему желанию, для чего вы этого хотите. И выписываем там пару сотен шаблонов. И эти все пару сотен шаблонов нам нужно будет рассоздать. Как только вы рассоздаете хоть один шаблон, хотя бы один шаблон из несколько сотен, у вас уже высвобождается столько замороженной энергии за всю жизнь в этом шаблоне, что ну, как бы на 1 000 000 рублей точно тянет. Или на решение куча ваших параллельных каких-то вопросов. Курс решения 20 апреля. Я последние курсы свои вела месяцев 9 назад, наверное. И вот решила чего-то возобновить. Не знаю, отдохнула, наверное. Так что приходите. Цена вопроса 25 тысяч рублей за место 2000 евро, как обычно. У меня это за этот курс. Этот курс стоил, не знаю, сколько сейчас, доллар к рублю, евро к рублю. Вот, 2000 евро был курс, сейчас его отдаю за 25 тысяч. Не потому, что я денег хочу, и мне нужно срочно людей за такую сумму набрать, вообще нет. Я эти деньги даже не увижу, потому что они на российской карте. Я живу в другой стране, и я не могу пользоваться российскими деньгами. Я просто хочу повеселиться. Мне скучно стало, и вот веду курс. Так, мама постоянно указывает, как и что мне делать. Ну, вы где-то указываете себе, как и что делать и не делаете, скорее всего. И другим людям указываете, и себе. Мама – ваше зеркало. Просто невозможно это слышать. Надо туда положить, это сделать. Я это все это сама прекрасно знаю. Но вы прекрасно знаете, что вам делать, и вы этого не делаете. Мама просто это показывает. Поблагодарите ее за этот опыт. И разберитесь, что вы хотите делать, что вы хотите там. Вы хотите не курить, а вы курите. Вы хотите перейти на другое питание, не переходите. Вы хотите там спортом заниматься, не занимаетесь. Хотите путешествовать, ничего до этого не сделали. Вы хотите там еще что-то. Много всего знаете, указывайте себе на это. Там вините, тем более себя вините. Мы каждый день себя виним за не сделанные вещи какие-то, да, или сделанные, но не так сделанные, неправильно, либо которые принесли не те последствия, которые мы хотели. Мы все время себя виним. И мама это показывает сейчас. Вот, чуть ты указываешь все время себе, строишь кучу планов, но при этом там, где есть, нету действий в эту сторону. Что такое карма? Не скажу. Как поверить в успехи сына? У него цель, в которую я не верю. Верите вы это, не верите? Я бы сказала, хую, какая разница? Пускай делает, что он хочет. Вы вообще не должны вмешиваться в своих Микки Маусов. То есть займитесь собой, и вы сами в себя не верите. Зачем вообще вам верить в него или не верить? Если сыну больше хотя бы 7 лет, то все, отстаньте от него. Пускай набивает свои шишки, опыт, мастерство этой жизни наращивает. Отстаньте от него, и все. Ваш фокус внимания должен быть на себе. Если вы кому-то не верите, значит, вы не верите себе, получается. Почему, когда что-то захотел, забыл, оно реализуется? А когда чего-то очень хочется, прям думаешь об этом, то оно не реализуется. Потому что важность никогда не может реализовать нам желание.
Если вы чего-то хотите, вы должны понимать, что вы хотите, и заняться другими делами, и убрать важность и фокус внимания с этого. А если вы будете на этом фокус внимания с важностью своей направлять, то вы никогда этого не достигнете, потому что вам важна не самореализация, да, а вы хотите быть в ожиданиях. То есть если вы включили ожидания, то вы хотите ожидать. И вы все время будете ожидать, бесконечно ожидать. Убирайте ожидания. Вы в этой жизни должны понять, что желание, жизнь — это не конечная цель, а процесс. Когда вы занимаетесь процессом, вам все равно на результат. Вам интересно посмотреть, интересно, что получится и как я это буду реализовывать. Но в этом и смысл жизни нашего существования. Жить эту жизнь, а не посмотреть, как мы умрем. А не посмотреть, как умрет наше желание и цель, когда она будет достигнута. Процесс. Научитесь радоваться процессам. Я в расстройстве. Ходила сегодня по магазинам за новыми вещами. Я не могу смотреть на себя в зеркало. Я толстая, диета не помогает. С чего начать? Прочтите мою книжку «Излечить нельзя игнорировать про лишний вес». Там тоже есть. И это я точно обещаю 100%. В ближайшее время я выпускаю очень маленькую книжечку «Лишний вес и кожа» называется. Она в течение недели уже будет дописана. Потому что я ее уже сделала, просто оформить надо. И там как раз очень ключевые моменты такие есть. Что делать? Ну и не диеты вам не помогают. Диеты вообще не помогают. Без работы с сознанием. Мы едим то, о чем мы думаем. Если вы поменяете свои мысли и свои проявления, то вы есть будете другое. А когда вы будете есть другое, без вот этой токсичной, химической, ядовитой еды, то, конечно, и лишний вес уйдет. Но оставить свою голодную микрофлору без еды, при этом, которая вас кормит токсичными мыслями, у вас надолго не получится, потому что она все равно заберет свое, она все равно заставит вас потом съесть еще больше чего-то или еще токсичней, потому что она взбунтуется. Если она была на лайте, например, ваша микрофлора, и питалась там сладким, этим синтетическим сахаром, там, мясом, тяжелой, жирной, жареной пищей, БАДами, витаминами химическими, лекарствами какими-то, да. Представьте, вы перестанете ей это давать. Это как собаке сказать: все, ты больше, вот у меня сейчас не ешь свой корм и мясо, теперь ты будешь есть клубнику и мороженое каждый день, да, у собаки будет шок, вот у микрофлоры тоже шок. Она будет подкидывать столько стресса, просто вы даже не представляете. Нужно работать со своей микрофлорой параллельно с мышлением. Потому что эти диеты только дают еще больше стресс, и этот стресс порождает еще больше такой микрофлоры, которая будет жаждать еще хуже еды просто. Вы надолго не сможете на диетах удержаться. Так. У ребенка краснеют глазки. Это я что-то не вижу. Как разобрать, что я не вижу? На листочек выписываем, что меня беспокоит, на что я закрываю глаза. Автоматическое письмо — это лучше всего, когда вы просто пишете, вот что меня тревожит, что мне беспокоит, что мне вызывает стресс. И начать это решать. Мы закрываем глаза. Ну, вот, например, там ребенок бесит. Мы хотим быть хорошей мамой, закрываем на это глаза и будем улыбаться, да. Либо там муж пьет, а вам это не нравится. Но вы хорошая жена, закрывайте на это глаза и терпите. Где вы терпите, что вы терпите? То есть надо поговорить со всеми, высказать свою позицию, там, без руганий, без ничего. Просто рассказать, что вас тревожит. Это на физическом плане, с миром, с родственниками, там, на работе, с начальством, не знаю, что вас беспокоит.
Вот. А с собой разобраться, для чего этого хочу. Для чего я хочу, чтобы муж пил, а ребенок меня же дрожал. Что олицетворяет ребенок? Ребенок — это ваша внутренняя радость, интерес, движуха, познание все время. Дети, вспомните, какие вы были в детстве. Жили здесь сейчас одним днем и просто пытались радоваться этой жизни. Да? На вкус и гудрон попробуйте, и землю оближите, и камешки в конфетки пойдете прохожим продавать. Ни стыда, ни страха, ни вины. Все хотелось попробовать. Даже, я не знаю, пойти какашки с горшка достать, обмазать все стены. Интересно, что потом будет. Да, мама поругает, ну и пофиг, в углу постою и ничего. То есть, если проблема там с ребенком, например. То есть дети нам все время пытаются показать о том, что мы забыли, как жить эту жизнь. Жить прям. От нее кайфовать. Как ее познавать. Муж — это наша мужская энергия. Делать, мочь, выбирать, делать выбор в пользу себя, в пользу того желания, которое вот для меня. Если муж уходит в искусственную радость, это я хочу. Если он хочет забыться, это я хочу забыться. Это все про глаза то же самое, что у вас все время стресс. Вы не хотите видеть, что происходит в этой жизни. Потому что думаете, что вы с этим ничего не можете сделать. Ну, что вы сделаете с ребенком, который там, ему 2 месяца, он ревет все время, что вы сделаете? Вам приходится заглушать эту ситуацию, просто не реагировать на это. Но если вы сейчас переложите на себя, что такое ребенок для вас, ваш внутренний ребенок, и почему ваш внутренний ребенок орет, начнете к себе по-другому относиться, то и вовне, как странным образом бы это ни звучало, да, ваш ребенок перестанет орать и плакать даже в свои 2 месяца. Так, что там дальше? Нелли, ты в платье? Да, я в платьишке. У меня еще такое фатиновое платьишко. Тра-та-та. Я сегодня ходила вся розовенькая в кафешку. Так, ребят, спасибо большое. Я понимаю, что сейчас очень много времени уже прошло. Вы все устали, я тоже устала. Постараюсь выйти в эфир еще как-нибудь потом. На сегодня мой лимит болталки исчез, исчерпан. Всех целую, обнимаю. Спасибо вам за сердечки. Буду очень рада, если вы будете мне писать комментарии под видео, когда я сохраню эфир. Я хотя бы понимаю, ну, смотрят меня или не смотрят, надо выходить в эфир или не надо. Если есть обратная связь, меня это всегда мотивирует. Когда есть благодарность, всегда мотивирует. Если мы людей вдохновляем и благодарим, да, они делают в 1000 раз больше для вас. Вот. Естественно, и я точно так же, когда вижу отдачу, я такая, еще хочу им порцию чего-то отдать. Так что спасибо вам большое, что вы меня смотрели, слушали. Пишите связь обратную. Что еще? Пожелать вам. Я, знаете, желаю вам купить у меня книжку, просто которая может изменить всю вашу жизнь, даже если вы все знаете. Вот, на самом деле мы ничего не знаем. Мы творцы, когда ничего не знаем. А когда мы все знаем, мы старики с вами. Вот. И прочитать книжку, забыв всю информацию, весь опыт, вот, который был вчера. Просто безоценочно ее прочитать и осознать, так ли вы живете или нет. Все. Целую вас всех. Люблю, обнимаю. Пока-пока.